там 4 звезды. Тренажерный зал, бар, бассейн. Сейчас посмотрим. Ну вот бассейн. Ой, какой красивый видовой, слышите, вид на море. Здорово. Еще в Посейдоне есть русскоговорящий персонал. Очень милый человек. Вот он как раз. И нет зоны на пляже. Точнее, она есть. Но она с полотенцами плавает, то есть проще на своих полотенчиках лежать, а тут гораздо дешевле. Номер делюкс. Очень такой хороший. Очень хороший номер. Большой балкон с надписью какой-то, наверное, не проветривался. Не скажу, что вид супер-пупер, но балкон просто огромный. Что у нас здесь с ванной? Ага, у нас ванна, туалет, душ закрытый. Что, ну круто. В плане номера очень даже все хорошо. Интерьер точно такой же, только вид вот такой. На соседнее здание. А так номер абсолютно, абсолютно идентичный. Вот Посейдон. Хорошая четверка, с хорошим расположением, хорошими номерами. Будьте внимательны, потому что есть номера с видами на соседнее здание или на стоп. А так все очень хорошо. Просто да, бассейн, спортзал, все есть. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.